16 дипломов привез образцовый детский коллектив «Травушка» из Санкт-Петербурга. Там прошли два международных конкурса народного и фольклорного творчества. На соцжюри ребята представили номера в номинациях «Художественное слово», «Вокальное искусство» и «Декоративно-прикладное творчество». Не вороной, не вороной, у его белый да худой. Это один из вокальных номеров «Травушки», который заслужил почетную награду международного конкурса. Первый – «Малахитовая шкатулка» собрал любителей народного и фольклорного творчества. Второй – «Великая Россия» – исполнителей патриотических номеров. Оба конкурса направлены на сохранение народных песен. «Травушка» исполнила старинные печерские распевы и северную скоморошину. Участие в профессиональных конкурсах, я имею в виду участие в конкурсах художественного творчества, обязательно для коллективов. Я считаю, что выезд на такие конкурсы – это прежде всего пополнение репертуара для коллектива, обучение, сравнение себя с такими же сверстниками, которые занимаются народным творчеством.